Они молоды, талантливы и целеустремлены. Каждый из них добился внушительных результатов в своей сфере – в учебе, науке, творчестве или спорте. В этом году именную стипендию главы Ленинского городского округа получили 50 успешных детей и подростков. Алексей Спасский отметил, что 10 из них получат ее не в первый раз. Те результаты, которые вы покажете, та планка, которую вы устанавливаете для себя и для тех, кто смотрит на вас и равняется на вас, она уже является большим достижением и позволяет, составляет тех, кто рядом, тянуться и пытаться соревноваться с тем, чтобы становиться лучше. Максим Панов, к примеру, получает именную стипендию в четвертый раз. В этом году за успехи в образовании. Очень рада, что наш округ поощряет труд ребят, подростков. Спасибо большое. Будем развиваться, будем радовать своими новыми успехами. И очень приятно носить такое почетное звание «стипендиат». А вот ученица Видновской детской школы искусств, пианистка Анастасия Васильева, именную стипендию получила впервые. За этот год девушка победила в 14 музыкальных конкурсах, от муниципальных до международных. И очень гордится, что ее успехи заметили. Это значит то, что я очень хорошо постаралась в прошлом году. Это для меня, это придает мне стимул идти дальше. Я очень люблю музыку, очень хочу ей заниматься, а вот это для меня это вот очень радостное событие. Я к нему шла очень долго. Многие ребята уже знают, на что потратят свою именную стипендию. И это будут отнюдь не праздные развлечения. Ходить на различные мастер-классы к более знаменитым хореографам. Или даже, может быть, в другой город поехать тоже, позаниматься какими-то еще хореографами. Также можно, допустим, потратить их на костюмы, вложить в студию, что-то помочь, купить новые пуанты. Это все требует средств. Хочу написать новые треки, выпустить свой альбом или запустить даже свой сольный концерт. Это моя прям заветная мечта. Именная стипендия вручается в муниципалитете с 2007 года. За это время сертификата на выплату получили более 1000 обучающихся. В этом году в конкурсе приняли участие более 100 детей и подростков от 10 до 18 лет. 50 лучших из них получили стипендию в размере 15 тысяч рублей. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.